Создать гибкую систему маршрутов, адаптированную под потребности жителей, и координировать усилия и возможности всех городских перевозчиков позволит проект «Транспорт для каждого. Система нерегулярных общественных перевозок». Эта зареченская разработка вошла в число финалистов программы «100 городских лидеров», организованной Агентством стратегических инициатив и госкорпорацией «Росатом». Цель проекта – расширить сеть междугородних маршрутов, дать зареченцам возможность предлагать свои варианты передвижения общественного транспорта и пункты назначения в Пензе. Если же маршрут интересен не только тебе, то тогда любые другие интересующиеся люди могут подключиться к этому маршруту, разделив стоимость поездки, либо вообще, ну, если таких людей достаточно много, они будут обслужены автобусами прямым маршрутом по цене дешевле, чем люди тратят вот на обычные свои перевозки. Это позволит зареченцам не пересаживаться на пензенский общественный транспорт, а добираться в торговые центры, спортивные, культурные и образовательные учреждения по прямому и удобному маршруту. В перспективе планируется запустить программу лояльности, установить связи с наиболее посещаемыми объектами в областном центре. Если мы доставим к ним наших жителей, так скажем, сразу полный автобус, то мы надеемся, что эти объекты пойдут нам навстречу, и, соответственно, снизит стоимость посещения. Я представляю, что подъехал автобус к зоопарку, все зареченские родители с детьми вышли из автобуса, и билет им, ну, стоит гораздо меньше, чем если бы они приехали на своей машине. Те, кто работает и учится в Пензе, смогут сэкономить время в пути и деньги на дорогу. Проект «Транспорт для каждого» призван расширить возможности использования общественного транспорта горожанами и установить новые, более прочные связи с областным центром. Разрабатывать такие проектные решения, которые позволяли бы нам использовать это преимущество близости к областному центру, использовать его ресурсы, те возможности, которые там есть, та инфраструктура, которая там есть, а в Заречном, допустим, ее нет. По итогам презентации на конкурсе «100 городских лидеров» проект «Система нерегулярных общественных перевозок» получит методическую и экспертную поддержку Агентства стратегических инициатив. Разработку планируют подготовить к запуску в конце текущего года. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».